Одинцовская благотворительная выставка животных из приютов «Хочу домой» стала одним из проектов претендентов на премию «Наше Подмосковье». Инициатива возникла недавно, но уже привлекла к себе большое внимание общественности. Посетители не только забирают животных домой, но и приносят корма, принадлежности и средства по уходу. За этот проект на портале премии «Наше Подмосковье» проголосовал глава округа Андрей Иванов.